Нет предела твоей милости. Госпожа. Госпожа, что-то произошло? Ничего. В чем дело? Зачем явился? Я только что Хатидже Султан видел. Она бежала так быстро, словно за ней гнались. Даже земля дрожала, так и тряслась. Вроде она направлялась к повелителю. Говорила что-нибудь? Я слышал, она с Ибрагимом Пашой думает разводиться. Видимо, шла все рассказать государю. Паше пришел конец, Сюмбюль. Нужно подумать, что нам делать дальше. Госпожа, согласно традиции, Аяс-паша станет великим визирем. Аяс-паша человек уважаемый. Однако у меня, если так случится, конечно, будут связаны руки. Скажите, Искендер Челеби на этом месте вас бы устроил? Он внушает мне доверие. Но слишком честолюбив и ненасытен. Если такому человеку дать власть, то будет нелегко ее забрать у него. Тогда нужно привлечь на свою сторону другого пашу. Я должна иметь сведения обо всех, кто входит в состав совета, кто с кем враждует, с кем дружит, что пьют, что едят. Сейчас важно любую мелочь учесть. Госпожа, я к вашим услугам. Как прикажете. В гареме все хорошо? Девушки счастливы, госпожа. Радуются подаркам и празднуют. Гарема мало, Сюмбюль. Пусть повсюду бесплатные кухни откроют. Я хочу, чтобы бедняки были накормлены. Кроме того, от моего имени внесите пожертвования в вакф. Нужны подарки для беев, пашей, а также их родных. И особенно для иностранных послов. Пусть весь мир узнает, что теперь гаремом управляет Хюрем. Видимо, разговор состоялся, госпожа. Все кончено. Конец еще впереди. А это пока цветочки. Махидевран, как мне приятно тебя видеть. Неужели ты решилась выйти из своей комнаты? История Снегяр твоих рук дело. Это ты ей приказала. И словно змею Паше подложила. Если бы я подозревала у Паши подобные слабости, то помогла бы ему. Я и подумать не могла. Странно. Он столько лет жил двойной жизнью. Как я могла не заметить? Не думай, что ты не ответишь за все, Хюрем. Махидевран, что ты делаешь во дворце? В Манисе, кажется, тебя уже заждался твой Мустафа. Я видела, как уезжала Хатидже. Словно раненая птица, сердце болит за нее. Не оставляй ее одну, Хюрем. Можешь не волноваться, я присмотрю за ней. Просто в голове не укладывается. Как Ибрагим Паша мог так обидеть нашу госпожу, да еще ради Нигер? Сулейман, чего же ты ждешь? Когда Паша наконец получит то, что он заслужил? Или ты отложил все до окончания похода? Это дело... Хатидже и Ибрагима. Решение примет Хатидже. Она уже решила и попросила развода. Я попросил ее подумать. Что будет, если она простит его? А ты закроешь глаза на такое предательство? Сегодня он солгал Хатидже, а завтра тебя может предать. Хюрем. Наконец-то он показал, чего стоит. Ты считал его своим братом. Ты дал ему власть, которой нет ни у кого другого. А он за твоей спиной вел нечестную игру. Сколько можно? Я повторяю тебе. Это решать Хатидже.